Доброго всем дня, добрые наши волшебники. Моя такая большая дружная семья, гости канала. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Хочу обратиться ко всем своим подписчикам, которые уже достигли определенной цифры. Это 7000 человек. Моя такая большая дружная семья. В последнее время очень сильно упали просмотры. Комментарии вы совсем не комментируете, хотя я вас об этом прошу через ролик, что комментарии — это тоже большая помощь для канала. Но, к сожалению, я не понимаю, что сейчас происходит. Наша жизнь как будто разделилась, это до и после. То есть до августа, когда все было хорошо, мы спасали десятки тысяч животных. Ой, десятки животных, извините за тысячи. И сейчас, когда мы набираем по 1500 просмотров и абсолютно нет комментариев, и я честно не понимаю, что происходит. Хочу обратиться к вам, ко всем, посмотреть сегодняшний ролик. Он насыщенный, в нем много информации. Первое — это кошка с котятами, которую, к сожалению, поставили у нас в подъезде на моем этаже. Расскажу предысторию. Соседка, моя соседка с однокомнатной квартиры, которая проживает на постоянном месте жительства в Крыму. Она музыкальный работник. К сожалению, каждый год она приезжает перед включением отопления. И каждый год мы получаем от нее сюрпризы в виде котят. В этом году мы думали, что все обошлось благополучно, но не тут-то было. 3 дня назад, утром, выйдя на лестничную площадку, мы увидели вот такой короб, в котором была кошка с 5 новорожденными котятами. Сама она, да, сама она уехала, к сожалению, в Крым. Что делать дальше и как быть, пока я кормлю, пока я ухаживаю, кошечка строго ходит на улицу в туалет, я ее выпускаю, запускаю, но это не может продолжаться вечно. Во-первых, во-вторых, мне еще надо обсудить этот момент. Сейчас на улице очень холодно, естественно, я не могу позволить выбросить кошку куда-то на улицу вместе с котятами, но у меня еще живут соседи на лестничной площадке, это молодая супружеская пара, которые недавно купили квартиру, поэтому мне тоже нужно их увидеть и с ними согласовать как-то этот вопрос. Но пока я кормлю, пою, естественно, нужны финансы на содержание данного семейства. Дальше. Вчера буквально в обед мне позвонили с клиники, доктор Вет, и сказали: Наталья, надо до понедельника забрать Марфушу, так как клиника понедельник-вторник будет закрыта. Поэтому я позвонила вчера своим помощникам, они сказали, что да, Наталья, ехайте, мы съездим в приют. И я помчалась, соответственно, в приют за Марфушей. Но еще расскажу такую историю. Знакомьтесь, собака — серый кардинал. Кардиналу лет 6-7. Мы вчера с Вадимом по зубам определили его возраст. Это собаки, которые с мая месяца приходят к нашему приюту. Я знаю, откуда эти собаки, но я не буду голословно озвучивать. То есть эти собаки находятся уже на протяжении нескольких лет в зоне большого риска. То есть они перебегают через дорогу, через оживленную трассу, где ходят фуры. К сожалению, Бим, он был в предыдущих роликах, белый с рыжим. К сожалению, Бима уже, наверное, нету. И мы думаем, что, предположительно, собака попала именно под машину. Вот. И они прибегают четко в 2-3 часа, то есть знают время нашего приезда. И приходят к нам кушать. Собаки постоянно голодные. Но, опять же, я не буду озвучивать, откуда эти собаки. Вот. Кому надо, тот те поймут. Вот. Но опять хочу сказать, что собаки, эти собаки, их несколько. Машка, кардинал, Мишка, еще черная собачка на высоких лапках. Бимка пропал, к сожалению, уже второй месяц, как его нету. Они приходили ежедневно к нам в приют с мая месяца и питались у нас. Я, конечно, их не прогоняю, потому что я их всех люблю. Мишка — это вообще старый мой очень друг, который был привезен с Тульского отлова в местный приют. В общем, судьба у собаки тоже такая очень достаточно сложная. А это серый кардинал. Мы заметили в течение месяца, что собака не может тоже сходить по-большому в туалет. Притом, когда он присаживался, он издавал истошные крики, он очень сильно плакал. И вчера, когда мне позвонили с клиники, я заехала к себе в приют, увидела кардинала и взяла его все-таки, чтобы помочь собаке, повезла его в клинику. Да, на рентгене
тоже у него очень большая, в общем, очень-очень много непонятных фрагментов. И когда, кстати, Вадим, наш доктор Вадим, сейчас Николай Николаевич в отпуске, я говорила, вот это его ученик Вадим, он сказал, что у собаки, у бедной, уже толстая кишка растянута на почти на 7 сантиметров. Вот, это очень много. И собаку экстренно тоже занаркозили и стали промывать. Но при промывке девочки обнаружили у него какой-то мускус, какой-то как сцелидол, в общем, песок. Вообще непонятно, что и где собака наелась. Сейчас мы будем сидеть на антибиотиках. Сейчас мы будем его лечить 2 недели. Через 2 недели собаку я повезу на контрольный снимок. И если как бы собаке не будет легче, то, значит, серого кардинала будут, к сожалению, оперировать. Вот, потому что, в принципе, собака не моя, но почему-то именно за кем она закреплена, им было все равно, но я, простите, не могу пройти мимо собачьей беды, поэтому и так я уже в течение месяца смотрела на бедное животное, и все-таки я его отвезла. Денежки, естественно, я взяла, оплатила с общих денег, забрала Марфушу. У Марфуши, кстати, не было инородки, у Марфуши тоже были забиты каловые массы. То есть это от нехватки каких-то витаминов, но от этих витаминов я купила порошочки, которые я им даю в питание. Но поэтому должно все нормализоваться. Это из-за повышенного, в общем, из-за повышенного белка, как мне объяснили врачи. Большое присутствие белка в организме вызывает вот такие вот, к сожалению, непорядки с ЖКТ, с желудочно-кишечным трактом. Марфуш уже дома, теперь у меня 8 собак. Вот. И хочу обратиться к вам еще ко всем. Вот, вы видите ночные кадры, да? Мы выехали из города 10 минут второго. То есть, чтобы все понимали, да, кто-то когда-то тоже написал, что вот я постоянно нахожусь за рулем. Девочки, это не так просто, еще раз повторяюсь. Это ночь, это поездка, это постоянный стресс, это постоянное внимание дороги. Это ты постоянно находишься в стрессе, потому что это, я говорю, я еду 300 километров. 300 километров туда, 300 обратно. Поверьте мне, что это достаточно очень сложно. Вот мы выехали во 2:00 ночи, и домой я приехала только 5:30 утра, чтобы вы понимали. В 9 я была уже на ногах. И вот сегодня целый день я еще мотаюсь по закупкам, по приютам, по всем каким-то рабочим моментам. Поэтому все очень сложно, очень сложно. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня все-таки появятся работники в приюте. Может быть, я доживу до этих лучших времен когда-нибудь. И моя такая большая дружная семья. Я сегодня обращаюсь экстренно ко всем к вам. Вы видите закупки на питание этих. Это куплено буквально на 2 дня. Сумма в чеке 13 с чем-то тысяч. На карте 11, на PayPal 2 тысячи. Все. Нам нужно как-то доживать, выкарабкиваться и проживать этот месяц. На Молли, к сожалению, деньги мы не собрали на поездку к Молли в семью. Но я сделаю все возможное. Я, может быть, где-то займу, залезу в долги, но Молли я все равно отправлю к маме в Анапу. Поэтому такая моя большая дружная семья. Я обращаюсь сегодня вот прям на надрыве, я обращаюсь ко всем к вам. Помогите нам. Помогите. Приют на грани выживания, действительно. Я не знаю, что происходит. Я не знаю, где вы все есть, как нам двигаться, жить дальше. Но я все-таки смотрю в будущее с уверенностью, что у нас все сложится и все получится. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Творит добро» Наталья.